Сегодня у нас 9 ноября 2018 года, 19:54. Это вот документы, которые Василий Валерьянович привез, это мои документы, ключи. Это вот чек на доставку. Сегодня вот из магазина «Многомарт». Буду снимать с двух фотоаппаратов, имейте в виду. С двух фотоаппаратов. Сейчас второй поставлю фотоаппарат туда. Вот. Куда-то ее нужно туда вот поставить. Вот сюда поставлю. В общем, что? Отрезать сейчас буду. Я от этого чека, вот смотрите, отрезаю. Я уже это давно делаю. Вот, или выкидываю, или отрезаю. Вот смотрите, чек от Магомарта. Татьяна Салмановна, Максим Сайфуддин. Вот. Сразу отрезаю и чек сюда. А это вот сразу помоечку. Помоечку, вот эти вот штучки. Вот так же от моих документов. Вот от моих документов. Просто Русенька здесь поживала, уже свидетельство о праве на наследство по закону, денежки. В общем, просто Русенька поживала чуть-чуть. В общем, отрезаю я. Отрезаю. Вот, и сразу выкидываю. Так что вот такие вот дела. Это мой паспорт, нотариально заверенная копия. Нотариально заверенная. Также вот полосочку отрезаю. И выкидываю сразу. Также мои денежки, наличные денежки мои, мой грант, сертификат на мой грант, вот, который я получила, распечатала сама, вот в моем эринге. А мы сюда не надо. Ты хочешь сюда сесть? Ну, хорошо. Тогда я сюда просто это положу. Просто сюда поближе. Вот. Татьяна Салмановна, Махтум Сайфуддин, это я. Русенька тоже помогает. Я такая тут в этих, как там называется, в стиле аргентинского танго. Вот, сертификат на мой грант, уже на мое новое имя, отчество и фамилия. 29.09.2018. Это наличные деньги. Вот я их распечатала на моем этом принтере. Отрезаю, в общем, отрезаю. Полосочки, вот смотрите, время я вам уже озвучила и выкидываю. Ах, выкидываю, упала на пол. На пол, это чего, от гранта? Ой, может быть, нам еще один грант пришлют, Просперусенька. Ой, может быть, нам много грантов пришлют. А, это вот моя квартира. Свидетельство о праве наследства по завещанию. В общем, смотрите, отрезаю. Отрезаю, смотрите, отрезаю. Отрезаю. Вот. Свидетельство о праве наследства по завещанию. По завещанию. А, это квартира? Нет, это железнодорожная 20. Это дом железнодорожный 20. Это вот квартира. Комендантский 32192. В общем, документ. Тоже отрезаю. Просперсенька, ты хочешь, чтобы я положила в другую сторону эти штучки? А царапаться не надо. Просперсенька, давай я сюда буду класть тогда. Здесь отрезаю. Это моя справка. Справка на мой эллинг. Нотариально заверенная. Ездили мы с Василием Валерьяновичем. Вот. Так просто у меня не идет загрузка. Не идет загрузка. Вы понимаете, да? Тоже мой документ. Снимаю с двух камер. С двух фотоаппаратов. Просперусенька, Белоостров. Это, наверное, на этом. На железнодорожная 20. Земельный участок. Тоже сейчас отрезаю. Не загружается. Сегодня была у меня доставка из магазина Многомарт. В общем, ну не загружается. Видео я сняла, он так не загружается. Так что вот, коммунальные платежи. Обратите внимание, по моей квартире, комендантский 32192, коммунальные платежи. Вот сюда. Мое свидетельство о рождении. Ну, это мое свидетельство о рождении. Это о перемене имени. Вот имейте это в виду. Тоже сюда выкладываю документики мои. Это мой паспорт. Нотариально заверенный. Просперусенька. А ручку кидать не надо. Вот она уже сбросила несколько. Это паспорт.
паспорт, который я получала в прошлом году, когда мне исполнилось 45, вот. Так что сюда, сюда. Просперусенька, просперусенька, ручка. Зачем ты ручку? Ах, это просперуса, ручку ронять не надо, ты уже тут карандаш. И этот уронил. Ах, не надо это делать. Ах, это просперуса, ах, это девочка. Салмановна, Мартус и Фридин. Паспорт. Сейчас я покажу вам паспорт. Паспорт, в общем, документы. Паспорт. Ну и снова фотоаппарат там поставлю. Вот. Это мой паспорт. Вот. А 4018-109-216 выдан Главным управлением Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербург, Ленинградской области 07.08.2018 года. Код подразделения 780-041. Вот такие вот дела. Такие вот дела.